В Ивановском отделении пенсионного фонда многочасовая очередь желающих пересчитать пенсию за время ухода за детьми. В соответствии с законодательством, периоды до достижения ребенком возраста 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности, включаются в страховой стаж наравне с периодами занятости. Если периоды работы и ухода совпадают, пенсия может быть рассчитана в 2 вариантах. Учитывается либо период занятости, либо период ухода за ребенком. В каждом случае человек выбирает наиболее выгодный для себя вариант. Замена не всегда целесообразна. Выгодна она будет только при наличии нескольких детей, а также при небольшой пенсии. Перерасчет производят по заявлению. Необходимо представить свидетельство о рождении детей и документ, подтверждающий, что ребенок дошел до возраста 1,5 лет. В этом случае будет произведен перерасчет пенсии. Если перерасчет не целесообразен, соответственно, перерасчет не осуществляется, пенсия выплачивается в прежнем размере.